Биокибернетика. Наука, объединившая биологов, физиков, инженеров. Обратите внимание на эти миниатюрные датчики. Здесь, во Всесоюзном агрофизическом институте, изучаются взаимосвязи растений и внешней среды. Растение – живой организм. Ему постоянно что-то требуется – вода или азот, фосфор или тепло. И вот как раз датчики, созданные биокибернетиками, получают от растения эти сигналы требования. Смотрите, растение испытывает жажду. Сейчас датчик включит подачу воды. Ну вот, жажда утолена. Работа биокибернетиков в лаборатории Владимира Григорьевича Карманова открывает новые перспективы в повышении урожайности сельскохозяйственных культур.